Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам сравнение двух очень хороших, на мой взгляд, новинок проекторов. Это проектор компании Twinger T9. Он бывает Android версии, бывает Basic версии. У меня Basic версия. И проектор от компании Xiaomi Wanbu X1. Android версии на него не видел, только такой. Но можно поставить какой-нибудь TV Box и будет вам Android тоже получше. В этом видео я покажу разницу качества картинки и звука. А также покажу разницу при включенном свете, как они работают. Более подробно я рекомендую посмотреть видеообзор на каждого из них, который я делал ранее. Там вы найдете больше ответов на свои вопросы. Если проектор T9 это Full HD проектор, то проектор X1 это HD. То есть разница между Full HD и HD на самом деле не такая большая. Картинка у них очень хорошая, что там, что там. Здесь даже более насыщенные цвета и картинка в целом получается на проекторе X1, то есть HD проекторе. Сейчас я более подробно, конечно, все это покажу. Давайте сначала посмотрим на внешний вид, что они себе представляют. Форм-фактор, как вы видите, у них разный. То есть этот вообще круглый какой-то. Но это не главное. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, фокус навел. Один HDMI, один USB, microSD карточки можно вставлять, смотреть отсюда. Для наушников, для аудио-видео. Также сетевой разъем и динамик. Кнопки управления, здесь только кнопка управления включить-выключить. И настройка фокуса. Kingston здесь нет. На Android-версии есть только цифровой Kingston, плюс-минус 50 градусов. На Basic-версии никакого Kingston вообще нет. Фокус, кстати, выезжает без крышки. Дальше, смотрим на этот. Здесь есть крышечка, то есть защита для линзы, это уже хорошо. Фокус настраивается сверху. И также есть регулировка Kingston, плюс-минус 15 градусов. Это уже хорошо, аналоговый. Дальше, кнопки управления, здесь только джойстик вверх-вниз, лево-право, кнопка ОК и кнопка назад. Кнопка включения-выключения перенесена здесь сбоку. Также индикатор питания, когда светит. Под наушники, аудио-видео, один USB, один HDMI. Инфракрасный порт для пульта, для сетевого кабеля. Динамик здесь один, находится здесь. Здесь радиатор. Здесь находится фильтр. Фильтр, кстати, съемный. Сборка здесь очень, кстати, неплохая. Кстати, кто хочет посмотреть на сборку, я сделал еще раз сборку этого проектора. Перед этим можете посмотреть, что здесь внутри. Также 6-миллиметровый разъем с резьбой для того, чтобы вставить его на штатив или кронштейн под потолок. Здесь тоже есть 6-миллиметровый разъем с резиновыми ножками. Яркость у этих проекторов заявлена почти одинаковая. Здесь 5500, здесь 5000 люмен, то есть китайских люмен. Более подробные характеристики об этих проекторах, а также актуальная цена, смотрите по ссылке под видео, где я их покупал. Ну и также смотрите обзоры. А сейчас перейдем к сравнению. Давайте переключимся на экран. Итак, включила оба этих проектора. У меня получилось вместить два проектора в один экран. То есть слева у меня стоит проектор от компании Xiaomi Wanbu X1, а с правой стороны у меня стоит проектор Twinger T9. Расстояние у них примерно одинаковое, и картинка примерно тоже одинаковая получилась. Давайте сразу начнем с тестовых видео, посмотрим, как отличается картинка у них. Итак, начнем с такого вот видео, которое я часто показываю. Так, постараюсь показать максимум картинки. Уберем вот эти нижние строчки. Картинка у них у обоих красивая, но, по-моему, более красочнее, сочнее смотрится именно в проекторе от Wanbu X1, то есть Xiaomi. Я надеюсь, вам видно это на камеру. То есть, если сравнивать именно в упор два проектора, даже красный, вот именно красный цвет гораздо ярче, сочнее, даже черный цвет намного глубже смотрится именно с левой стороны, то есть в Xiaomi Wanbu X1. Картинка получше смотрится именно с левой стороны. С правой он как будто чуть-чуть засвеченный, то есть как будто чуть-чуть выцвевший цвет получается. Что касается белого, белый здесь тоже хороший. Вот смотрите, например, сейчас день смотрится, ну, в принципе, чуть ярче на правой, в проекторе с правой стороны день получается. Облака тоже и там, в принципе, нормально, просто синий оттенок разный получается цвета. Более естественнее, наверное, в проекторе с правой стороны. То есть более ядовитые цвета в проекторе с левой стороны. Тут это, в принципе, на любителя. Некоторые, вот как видите, по белому, например, более естественный белый цвет именно с левой стороны. Он здесь белый, немножко в синий оттенок уходит. С правой же стороны он здесь более теплый, в желтый оттенок уходит. Такой желтит чуть-чуть белый цвет. Но более натуральная картинка, в принципе, в проекторе с правой стороны, наверное. Тут, опять же, кто как больше любит. Многие любят именно наоборот, чтобы такой драйв был такой
как HDR, что ли, такой картинка именно насыщенная сильно была. Вот для тех проектор Xiaomi лучше взять с левой стороны. Здесь более ядовитые такие цвета, более такие красочнее, так сказать. Давайте на следующий тест перейдем. По цветам, опять же, смотрите этот ролик, специально включил, здесь очень красиво отличаются цвета. То есть красный, черный гораздо лучше смотрится именно с левой стороны. С правой стороны красный как будто засвеченный такой получается, бледный такой, сильно видно. А вот именно вот более насыщенные цвета, вот синий тоже, с правой стороны он такой бледный получается. С левой стороны в Xiaomi-овском проекторе он более насыщенный, зеленый тоже. Кстати, по всем цветам оно просто лучше смотрится. Именно цвета более ярче насыщенные и смотрятся именно в проекторе OneBlue X1. Вот только это HD проектор, а T9 Full HD. А вот желтый, как видите, именно на подсолнухе, я не знаю, как вам видно на камеру было, но вот на подсолнухе желтый лучше все-таки был в T9. Желтый, да, получше в T9 получается. То есть есть свои плюсы и минусы в каждом из этих проекторов. Красный более насыщенный, синий более насыщенный, черный более глубокий именно с левой стороны. Зеленый тоже лучше именно с левой стороны. Теперь давайте попробуем сравнить встроенные динамики этих проекторов. Конечно, это неправильно делать, потому что динамики у них совсем разные. Да и в принципе через камеру невозможно передать правильность звучания именно динамиков. Ну, по крайней мере, попробуем. Именно просто, если вы знаете, по обзору в T9 есть еще встроенная колонка, как бы там такая система стоит. Но смотрите более подробно каждого проектора обзоры. Сейчас я просто покажу, как звучат именно встроенные динамики через встроенный плеер, как звучат именно музычка через встроенный динамик на каждом из этих проекторов. Сначала начнем играть с правой стороны T9, запустим музычку и сделаем на максимум громкости. Теперь попробуем с левой стороны X1 включить. Включим максимум громкости. Звук такой себе, в принципе, и там по-своему хорош. Просто, например, именно с левой стороны в X1 он играет в одну сторону больше. То есть там динамик идет в левую сторону.
в проекторе с правой стороны Т9, он сзади установлен динамик. Я думал, что там динамика как бы по всей стороне, типа как бы вот эта вот серая штука-то есть, типа как колонка, но не совсем. Там, походу, есть отдельный динамик встроенный, который заменяет как бы колонку. То есть встроенный динамик колонку заменяет через Bluetooth, который подключается. Но я сравниваю именно задний динамик, который именно встроенный в проектор, который звучит. На максимальной громкости каждого из этих проекторов динамики почти хрипят. Не совсем, но почти. То есть они работают на пределе своих возможностей, то есть это ощущается. Но звук, в принципе, и там очень даже неплохой, хорош. Громкость у обоих проекторов очень даже хороша. Еще давайте покажу тестовые фото, как показывают тесты на этих проекторах. Как видите, с правой стороны Т9 белый фон, он немножко желтит. Я надеюсь, вам видно на камеру. Он в желтый превращается, то есть здесь белый совсем как бы не белый получается. С левой же стороны он здесь более естественный белый, но с таким холодным оттенком. То есть в синий чуть-чуть уходит, но совсем чуть-чуть. То есть это просто холодный оттенок. Но белый цвет гораздо лучше все-таки именно в проекторе с левой стороны. Что касается самого теста, то, например, черные кубики в черной рамке, четверка-восьмерка с правой стороны почти сливается с черной рамкой. Начиная с третьего уже нормально отличается. То же самое, в принципе, в проекторе с левой стороны. То есть первых два кубика практически сливается с черной рамкой, начиная с третьего уже отчетливо видны эти кубики. А вот по белому четвертый кубик с левой стороны еле-еле отличается, то есть четвертый, пятый, шестой уже в принципе еще видны с левой стороны. В проекторе с правой стороны только один последний кубик отличается, все остальные практически сливаются с белой рамкой. По девушкам, девушки смотрятся и там очень хорошо, но все-таки более четче, более контрастней смотрится именно в проекторе с левой стороны, как ни парадоксально, потому что здесь HD проектор, а там Full HD проектор, но при этом девушки смотрятся именно на этом фото с левой стороны. И белый хороший. И каждая деталь, детализация отлично смотрится именно в проекторе с левой стороны. Справа же он как будто чуть-чуть подмыленный получается именно проектор. По сравнению конкретно с проектором X1. Теперь давайте более подробно посмотрим по цветам. Как видите, с правой стороны проектор Т9. Здесь белый цвет немножко превращается в желтый. То есть желтит картинка. Плюс левая сторона белого цвета немножко в серый уходит. То есть неравномерный белый цвет. Именно сам более белый. Он начиная с середины, наверное, до правой стороны. Более белый, чем с левой стороны. С левой же стороны в проекторе X1 он здесь более равномерный, но слева и справа именно сами углы, то есть края, немножко чуть-чуть тоже в серые как будто уходит, тоже неравномерная картинка, но это видно опять же только таком в белом молоке, то есть такой чистый фон обычно в фильмах вы вряд ли увидите, обычно там более показывают, то есть даже не заметите. То есть его можно заметить именно в таких вот конкретных тестах. Равномерность картинки. По зеленому, зеленый цвет более лучше все-таки смотрится именно в проекторе X1, то есть с левой стороны. Он здесь более зеленый. Справа же он как будто в салатовый где-то уходит, то есть он здесь не совсем зеленый, он салатовый. По красному, опять же, красный цвет более такой яркий, насыщенный именно в проекторе с левой стороны. Он здесь как будто светится прям. С правой же стороны он немножко по сравнению с проектором с левой стороны, немножко как будто в малиновой что ли, то есть он немножко розовый, то есть не совсем красный. Он чуть-чуть выцветший получается по сравнению с именно... если сопоставить именно два этих проектора. То же самое можно сказать по синему. Синий цвет здесь гораздо лучше смотрится. Именно синий, такой насыщенный, в проекторе с левой стороны. Справа он же как будто голубой по сравнению с этим. Что касается черного, не знаю, как вам на камеру это все видно, но просто могу сказать то, что я вижу именно в реальности. С левой стороны он здесь максимально глубокий. Конечно, чуть-чуть отличается от именно экрана, то есть видно, конечно, чуть рамка. Но справа он здесь как будто чуть засвеченный, он в серый какой-то уходит. То есть он здесь не совсем черный. Именно черный больше лучше в проекторе с левой стороны. По резкости. Резкость и там хорошая. Текст читается очень хорошо. Независимо от того, что там Full HD проектор, а там HD проектор. Текст читается и там хорошо. Контраст хороший. Но контраст все-таки получше именно в проекторе с левой стороны. Он здесь более такой насыщенный. Все более отчетливо видно. Тут то же самое можно видеть. Как видите, цвета здесь тоже опять же более лучше именно в проекторе с левой стороны. Белый цвет, опять же, более лучше в проекторе с левой стороны. Черный тоже. Опять же, по цветам смотрите сами. Более сочнее, более красочные цвета все-таки в проекторе с левой стороны. Этот тест тоже оба проектора проходят одинаково. То есть и там. Первый черный столбик отчетливо отличается от фона. Все остальные кубики тоже отчетливо отличаются. По этому тесту, опять же, черный и белый цвет гораздо лучше смотрится в проекторе с левой стороны. Но вот по резкости давайте посмотрим по сторонам. То есть, например, в проекторе с правой стороны Т9 правая сторона четкая. Низ четкий, все отличается.
Слева тоже, можно сказать, четкий. Одинаковые все стороны, вверх тоже. Слева же проектор X1. Сверху, можно сказать, четко. Справа тоже. Снизу тоже. А вот слева чуть-чуть подмыливает. Именно левый низ чуть-чуть подмыливает. Не то, чтобы даже весь левый бок подмыливает, но именно край чуть-чуть подмыливает. Это чуть-чуть заметно. И то, если присмотреться. Здесь это более лучше можно увидеть. То есть в проекторе с правой стороны Т9 все углы в принципе одинаковые, не мылит. С левой же стороны все углы в принципе одинаковые, только чуть-чуть отличается именно угол снизу слева. Чуть-чуть подмыливает. Это если присмотреться, чуть-чуть можно заметить. По контрасту оба проектора тоже отлично проходят. Не знаю, как вам на камеру, это все будет видно. Возможно, какая-то долька будет засвечена, но я говорю то, что я вижу. В принципе, каждая долька отчетливо отличается. Что слева, что право. Просто именно черный более глубже именно в проекторе с левой стороны. И белый более белый, ярче именно тоже в проекторе с левой стороны. Все остальные, в принципе, дольки полностью хорошо отличаются. Вот по девушкам тоже можете видеть, насколько отличаются цвета. То есть цвета немножко разные. Более выцвевшие цвета именно в проекторе с правой стороны. Но они, в принципе, более такие, наверное, естественные, можно сказать. Просто именно такие, как на обложке журнала, то это лучше смотрится в проекторе с левой стороны. Детализация фото все-таки тоже лучше смотрится в проекторе с левой стороны. Поэтому фото даже самой маленькой веточки тоже видны и там, но в проекторе с правой стороны они здесь более четче видны. То есть именно каждый кончик веточки, край, он здесь получше смотрится. Все-таки это Full HD проектор, и это заметно, потому что в проекторе с левой стороны он здесь немножко такой рубанный, то есть не совсем в пикселе, то есть в пиксель еще не приходит. Но если бы ниже разрешение было, еще ниже, то бы это веточки уже переходили в пиксели скорее. Но это опять же, если присматриваться, так в принципе картинка и там хорошая. По этой девушке нет никакого засвета между глазом и носом, как часто бывает в некоторых других проекторах. Здесь все с этим хорошо, четкость хорошая, детализация хорошая. Единственное, что оттенок кожи немножко отличается, то есть более, наверное, правильный, что ли, в проекторе с левой стороны. Более такой желтоватый в проекторе с правой стороны. Но это опять же на любителя, кто кому больше как нравятся теплые цвета, кому нравятся более холодные цвета. По птице можем видеть хорошее оперение и там. Детализация смотрится немножко как будто бы в левой стороне получше. Но это из-за того, что контраст здесь чуть лучше получается смотрится. То есть именно из-за контраста получается как будто больше детализации видно. По черному фону, черный фон гораздо глубже именно в проекторе с левой стороны. Справа он немножко в серый уходит. И что касается текста, то, например, я могу видеть 10-й текст спокойно в проекторе с правой стороны. С левой же стороны он уже практически не читается. Читается, наверное, более-менее, 12-й это или разобрать. В принципе, 14-й читается нормально. То есть в проекторе с правой стороны детализация именно по тексту, все-таки видно, что это Full HD проектор, лучше смотрится. Тем более на черном. Черный цвет именно с левой стороны, в проекторе с левой стороны, на черном более мылит. Он немножко двоит как будто. Там как будто просто размытие, как я сказал, чуть-чуть хуже показывает именно тот край. Но это тоже может зависеть многое от самого шрифта. То есть какой-то будет лучше читаться, какой-то хуже. Но все же текст читается лучше в проекторе с правой стороны. Вот, как видите, опять же, с правой стороны более лучше читается. То есть десятку я могу прочитать даже с такого расстояния мелкого. Можно прочитать. Здесь десятку с левой стороны не могу прочитать. И еще давайте еще покажу, как работают эти проекторы при включенном свете. И буду, как обычно, постепенно включать свет. И вы сами будете смотреть, насколько теряется яркость, контраст. В общем, посмотрите. Итак, включил одну лампочку на люстре по центру. Включил полностью всю люстру по центру. Теперь включил весь свет, который у меня есть в комнате. Это довольно яркое освещение, очень даже. Сейчас покажу, как это все выглядит. То есть это вот сам проектор один, Т9. И вот Wanboo X1. Собственно, точки, люстра. Там с другой стороны еще точки. При этом картинка еще видна. В принципе, для какой-то презентации можно использовать оба этих проектора. Но желательно затемнять хотя бы чуть-чуть помещение, чтобы было лучше. Потому что при какой-то дневной, например, какая-то солнечная сторона будет, например, засвечивать, вы мало что увидите. Например, вот эта сторона, когда у меня точки сверху стоят, например, там вот засвет такой идет. Вот тоже будете видеть при прямых лучениях, попадании лучей солнца. Ладно, подведем итоги.
Итак, собственно, давайте подводить итоги. Что конкретно можно сказать про эти проекторы? Проекторы очень даже хороши обои. То есть я не могу сказать, что какой-то из них хуже, какой-то лучше. У обоих есть, в принципе, свои изюминки, так сказать, преимущества и недостатки. Но все же более насыщенные цвета и контраст мне больше нравятся в проекторе от Xiaomi X1. Стоимость этих проекторов, в принципе, отличается около $20 разницы. Это между Basic версиями. OneBoo стоит дешевле, но, собственно, это HD проектор, а это Full HD проектор. Но многим также может понравиться более натуральные цвета, именно в T9, например. Но они немножко бледноватые, как по мне. Мне хотелось бы более такие красочные, как здесь, например, цвета. Они здесь более красивее. Кстати, по шумности проекторы тоже отличаются. X1 гораздо тише работает, а у T9 пульт более отзывчиво работает. То есть каждое нажатие лучше срабатывает, чем у X1. По динамикам, в принципе, там и там хороший динамик, можно сказать. Мне показалось, что в X1 он более громче работает, но меньше басов. В целом, каждый выбирает по-своему. Надеюсь, мое видео было кому-то полезным. Надеюсь, кому-то помог с выбором. На этом тогда с вами будем прощаться. До скорых встреч. Подписывайтесь, как обычно, ставьте пальцы вверх. Пока.